Առաջինը եթերում մանրամասներն են, բարև ձեզ, տաղավարում ձեզ հետ է Դավիթ Ստեփանյանը, այսօր մենք սկսում ենք մեր եթերը հարցազրույցով, մեզ Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքից միացել է կոնֆլիկտաբան Վրաստանի վերաինտեգրման հարցերով նախկին նախարար Պաատա Զաքարիաշվիլի. Приветствую вас, господин Պաատա. Добрый день, приветствую ваших зрителей. Сегодня достаточно, скажем так, нехорошая дата для грузинского народа, 8 августа, 16 лет назад грузинские, российские войска вторглись на территорию Грузии. Прошло 16 лет, но создается впечатление, что власти Грузии как минимум сделали не те выводы, которые должны были сделать из этого всего, и сегодня принят закон, который в самой Грузии именуют как русификацию Грузии. Грузинские власти заигрывают с Россией и портят, и даже рвут отношения с Западом. В чем причина подобного поведения, поскольку на первый взгляд оно выглядит как минимум алогично? Да, ну, алогично выглядит точно, да, более того, даже аморально выглядит. Я позволю себе более такой жесткие сообщения наших властей. Дело в том, что власть поменялась, и сейчас находится во власти другая команда, другая партия, которая не, прямо отношения не имеет к событиям 2008 года. Заодно эта власть боится возвращения национальной, которой было появить действие в 2008 году, и хотят как-то очернить, как-то загнать в угол национальное движение. Напомню нашим зрителям, что это партия Михаила Саакашвили, так больше в Армении известен, скорее всего, эта партия. Так вот, это то, что вот сейчас происходит, очернение, и вот с подсомнением ставится 2008 год, иначе хотят его посмотреть на его, его оценить, это, конечно, предвыборная кампания, сейчас внутриполитический контекст в самой Грузии, и когда хотят очернить эту партию, которая была в 2008 году, и которая имеет возможность как бы набрать хоть какие-то очки в выборах, и, скорее всего, у национального движения есть возможность на второй партии после грузинской мечты, и, соответственно, идет внутрипартийная борьба. Это раз. А то, что пророссийский закон приняли, и это, конечно же, показывает, что грузинская мечта решил идти по пути авторитаризма. Не помогает сохранению власти однозначно, и они ищут опоры в авторитаризме. А Западный мир, Европейский Союз, НАТО, они никогда не простят Грузии, никогда не закроют глаза на авторитарное правление в Грузии. Требуют свободных выборов, справедливого независимого правосудия, разграничения полномочий власти, права человека, права меньшинств и так далее, целый пакет демократии. Поэтому грузинские власти в лице грузинской мечты ищут тот, скажем так, порт, где можно спокойно пережить и спокойно устроить свой авторитаризм. А единственная такая страна среди соседей – это Россия. Поэтому во имя сохранения власти грузинская мечта все больше отходит от демократических институтов и гражданских ценностей и все больше приближается к Беларуси, я сказал бы, к тому, чтобы полностью сдаться всю свою международную политику, да, внутриполитический контекст России, лишь бы был сохранен режим типа Лукашенко, который есть в Беларуси, нечто подобное, скорее всего, грузинская мечта хочет сохранить в Грузии. Вот вы отметили, что это внутриполитическая борьба, элемент внутриполитической борьбы, и вот действительно грузинская мечта в очередной раз обвинила в развязывании августовской войны 08-08-08 сам оппозиционное нацдвижение и экс-президента Михаила Саакашвили, который распространил заявление в ответ из заключения, в котором заявил, что его держат в плену только потому, что он не сдал Грузию врагу. Вы человек, который достаточно активно участвовали в грузинской политике тех лет. Это правда? Ну, у Саакашвили тоже своя повестка дня. Все так тяжесть и некорректность, и даже неудобство. Грузии в том, что и власти в лице грузинской мечты, и оппозиция
данный момент конкретно в лице национального движения, хотя там есть большой спектр оппозиционных партий, они не вовлечены в таком, скажем, риторике и демагогии, но национальное движение в лице Саакашвили, которое привели, тоже вовлечено в этой предвыборной кампании. И Саакашвили тоже перебирает, я сказал бы так, как грузинская мечта, перегибают палки и рассказывают такие, скажем так, истории, которые, ну, культурно говоря, мягко говоря, не соответствует действительности. К сожалению, в 2008 году было все, и была российская агрессия, и грузинская безответственность. И почему-то о грузинственности мы не любим говорить, особенно представители национального движения, и только говорим о том, что было, да. Правду надо говорить полностью. Правда, только частичная правда – это неправда, это даже хуже лжи. Поэтому, к сожалению, да, грешат, как мечтатели, которые хотят сохранить власть, и поэтому все, весь грязь выливают на национальное движение, даже на Запад. 29 апреля впервые была озвучена довольно для меня абсолютно неприемлемая фраза из уст Иванишвили, который сказал, что Грузию в 2008 году Запад столкнул, оказывается, против России. Это Запад никогда не присутствовал в таком контексте грузинской риторики. И Запад столкнул Грузию против России так же, как сегодня Запад толкает Украину против России. Это была полная фраза Иванишвили. Так вот, это новый появился какой-то контекст, который отвечает и на ваш первый вопрос, что антизападная риторика и антизападный контекст, это усиливает уважение, скажем так, доверие России к Грузии. Увы, в этом внутриполитическом контексте, конечно, обе стороны перебарщивают и используют 2008 год, довольно святой и сакральный, скажем так, событие Грузии, используют для сохранения победы или успеха, или той ситуации, которая у них сегодня есть. Это печально, что такие даты они используют, они, скажем так, меняют, разменивают, мельчают на выборы. Грузинская мечта пугает собственного избирателя, собственный народ повторением 2008 года в случае, если избиратели не выберут эту силу политическую. Насколько состоятельна такая угроза, и как она может, и может ли она сыграть определяющую роль на исходах октябрьских выборов в Грузии? Эта легенда работает, к сожалению. Насколько у нее нет оснований никакой, потому что надо напомнить нашим зрителям, что грузинские политики, нынешние грузинские политики полностью ситуацию владеют грузинской оппозицией. Не имеют никакого влияния на политику. Они настолько меньшинство, что не могут влиять ни, даже на свои решения. Они хотели создать по закону, например, комиссию по разбирательству каких-то вопросов, и даже не могут комиссию создать, потому что блокируют грузинские мечты. То есть любой процесс в Грузии, положительный, отрицательный, только на ответственность грузинские мечты. Оппозиция не может блокировать никакое решение, которое может принять грузинские мечты в пользу войны или мира. Любую войну или любой мир – это только в руках грузинские мечты. И, соответственно, никакой оснований, что может быть, это абсурд. Потому что, если даже, не дай бог, я не вижу никакой приметов для этого, но если гипотетически представить, что нечто подобное может случиться в форме войны, это только будет только в руках грузинской мечты, только они смогут или создать условия войны, или избежать этих условий. Но условий самих нет, поэтому не стоит ничего не создаваться, не бороться. Это борьба против, скажем так, мельницы, которая не существует даже. То есть поиск черного кота, который нет в темной комнате. Такую они избрали стратегию, которая, к сожалению, работает. Да, работает, и потому мы обожглись, можно сказать, в 2008 году на молоке, поэтому дуем уже на воду. То есть мы боимся всего, что может напоминать войну, и этим очень искусно спекулируют и манипулируют грузинские мечты. Давайте вспомним снова те события 2008 года и вспомним, что вторжению России на территорию Грузии, военному вторжению, предшествовал Бухарестский саммит НАТО, который имел место в апреле в апреле 2008 года. И тогда во многом усилиями Ангелы Меркель, которая вела политику умиротворения путинской России, хотя тогда там президентом номинально числился Дмитрий Медведев, Грузии и Украине не дали приглашения, не дали
как бы, возможность начать интеграцию в НАТО. Можем ли мы сказать, что это сыграло во многом предопределяющую роль, дав России возможность вторгнуться в Грузию и потом уже в 2014 году в Украину? Это один из главных вех, конечно, на этом пути, но не единственный, не решающий, мне кажется. Это, конечно, у России освободились руки, и Россия поняла, что Запад не готов интегрировать Грузию, как и Украину, но в данный момент мы сейчас говорим об Грузии 2008 года, и, соответственно, у России появился возможность уже планировать провокации, чтобы втянуть Грузию и потом обвинить Грузию, как в Украине постарался Россия, чтобы тянуть, создать все условия, чтобы создать вероятность войны. Но решающим, окончательным решением все-таки было уже следующий год, 2009 года, когда западные страны признали независимость Косово. Вот тогда уже Россия прямо полную заявила, что раз вы признаете Косово, то у меня тоже есть основание вести себя, как я считаю, нужным. То есть непринятие в НАТО. То есть не в НАТО, а не начало процесса вступления в НАТО, которое могло бы продолжаться годами. Но и решение в итоге независимости Косово, вот это две серьезные явления, которые нарушила уже Россия и позволила себе вести так, как считает нужным, считая, что Запад так считает нужным, я тоже имею право вести себя так считает. Я думаю, что если бы не было признание Косово, может быть, Россия еще чтобы думать, как себя вести. Но это две, для меня это две факта одновременно. Мы видим, что после украинского захода на территорию Курской области сегодня началась атака на Липецкую область, и оттуда уже идет эвакуация населения из Липецкой области. И мы видим, что Россия фактически не способна защищать собственные границы сегодня. Это страна, которая не способна защищать собственные границы. Насколько вообще адекватно выглядит попытка правящего большинства Грузии запугать население угрозой российского вторжения в Грузию на фоне того, как Россия сегодня не способна обезопасить даже собственные границы? Ну, конечно, лично для меня и для многих людей в Грузии, для граждан Грузии, это неадекватно. И мы считаем, что, наоборот, у нас есть серьезная возможность именно сотрудничество с Европейским Союзом и НАТО, куда мы стремимся. То есть, наверное, многие наши слушатели, зрители знают, что в Конституции Грузии прописано прямо, что Грузия идет в сторону НАТО и Европейского Союза. Соответственно, наши власти сегодня нарушают Конституцию, когда разворачиваются от НАТО и Европейского Союза. Но в любом случае, у нас так как всегда была поддержка Запада в лице США тоже, чтобы обеспечивать безопасность Грузии. Не в контексте войны ни в коем случае, чтобы так не думали, а в контексте безопасной политики, чтобы не дать никакого повода России, чтобы она, скажем так, начала какое-то боевое действие, то Вот еще оценка российских действий, то, что мы сейчас видим и в Курске, и вообще два года, как идет война, что Россия не может по существу продвигаться вперед, хотя есть какие-то результаты, но по существу даже не смогла выйти за пределы Донбасса, то это показывает, насколько Россия слаба, и показывает другим странам, соседям в первую очередь, Центральной Азии и так далее, что Россия не так уж ужасная страна, и можно хорошо планировать, как можно обойтись и как можно противостоять российской агрессии, вероятной, может быть, агрессии. Так вот, на этом фоне, конечно, грузинский масштаб, я так и думаю, это в выборах, и такая пропаганда у нас не идет. Очень грузинских правительственных телевидениях вы не увидите передачи, где Россия слаба. Даже наоборот, наш премьер-министр Кобахидзе постоянно повторяет такую мантру, что если бы правильно вела бы себя Украина, то войны не было бы. Это аморально и абсолютно неприемлемо для меня. Как могла бы Украина вести себя иначе? Она не начинала войну, и танки Украины не находились в Донбассе. Так вот, все время оправдывается, все время
употребляется скавординг и употребляется нарратив России, что Украина в чем-то виновата, чтобы отвести ответственность от Грузии. Самое главное желание России, чтобы Грузия ни в коем случае не говорила, то, что 2008 год, мы сейчас наша главная тема, чтобы 2008 год это была агрессия России против Грузии. Это империалистическая война. Россия хочет, и тогда говорила, и сейчас повторяю, что это было грузино-российский контекст, какой-то сумасшедший Саакашвили что-то не так делал, поэтому Россия была начаться то вторжение, так же как сейчас где-то в Украине какой-то наркоман Зеленский. То есть Грузия ни в коем случае не должна говорить, что это когда общая война, это Российская империя против своих соседей. Вот мы никогда это не говорим. Никогда это не говорим. И почему не говорим? Потому что мы боимся войны. Очень умело, насколько умело, не знаю, но манипулирует грузинские мечта, лишь бы добиться своих каких-то целей в выборах, чтобы показать, насколько мы разные конфликты. Украина и Грузия, между нами ничего общего. Более того, Грузия, можно сказать, единственная страна в мире, которая постоянно наезжает на Украину, оскорбляет там, делает антиукраинские заявления. Даже такие умеренные страны, даже пророссийские, как Китай и Индия, Иран, никогда не позволяют себе антиукраинские заявления. Они пророссийские заявления делают, но не антиукраинские. Вот Грузия единственное государство, которое делает антиукраинские заявления на официальном уровне, на уровне, скажем так, премьер-министра и членов парламента. Господин Баата, исходя из нашего личного, я бы сказал, трагического опыта, мы знаем, что Россия, путинская Россия, это та страна, у которой есть либо враги, либо страны, которые не являются врагами, посредством которых она решает собственные проблемы. Союзников у России нету. Мы долгое время считали, что Россия наш союзник, за что и поплатились. Всем известно, как это произошло. Нет ли в Грузии опасений, что в результате подобной вот политики Россия просто завтра или на следующий год может просто, я не знаю, поделить Грузию с кем-то, может продать Грузию, может подвергнуть Грузию собственной агрессии? То есть вот если вы лишаетесь, да, тех гарантий безопасности, плохие либо хорошие, какие вам давал Запад и который давал курс на интеграцию в НАТО, и остаетесь в воздухе, то остаетесь на милость России, той страны, которая поделила Нагорный Карабах с Турцией и Азербайджаном, которая отказывается признать границы Республики Армения, своего союзника. У вас нет таких опасений? Во-первых, у Грузии все соседи друзья, кроме России. Россия единственный враг Грузии. Все остальные соседи наши, и Азербайджан, и Армения, и Турция, наши друзья, мы со всеми ладим. Это сам по себе показывает, что Грузия способна налаживать отношения с такими странами, не сказать, со всеми идеальными, скажем так, условиями, потому что между нашей линией до сих пор есть противостояние, нерешенные вопросы, вот мы только что сказали, и не окончательно решенные вопросы между Арменией и Азербайджаном. Мы все ждем с нетерпением подписания договора важного. Так вот, у нас ни с кем нет проблем, кроме России. Так что это проблема уже не Грузии, а проблема России. Россия не может нас не продать никому, не поделиться с кем-то. Ни у одной страны, у наших соседей нет никаких претензий к Грузии. Поэтому единственное, опасность, которая теоретически существует, это третий ваш вариант, что Россия может сама реализовать какую-то агрессию. Но, хотя до сих пор такого не было, что Россия всегда ищет причины. Россия еще придумывает какие-то причины заставить Грузию, например, или соперника, кого-то Украину, к примеру, или другие какие-то страны, чтобы они на себя брали какую-то ответственность. До сих пор, как я вижу, Россия все проблемы Армении, когда она сама кинула Армению и, скажем так, не выполняет никакие условия, все эти проблемы на Армению перекладывает. Это абсолютно неприемлемо. Но ответственность. Так, ответственность я перекладывается на Армению. Да. То есть Россия, она как гуся вода, то есть она ничего не хочет брать никакую ответственность. Что во всем виноваты оказывается Армения. Только Россия может найти причины в самой Грузии, чтобы реализовать агрессию. А Грузия такой причины не дает никак. И ни власти, ни оппозиции, нигде, ни парламентская оппозиция, ни непарламентская оппозиция, никто не вынашивает на никаком уровне резолюции, заявлений, какие-то военные планы против России. Поэтому нет оснований за что-то ухватиться.
Тем более, вот в предыдущем вопросе мы более или менее затронули, скажем так, вопрос силы России, насколько Россия на что-то способна, если страна не в одиночке, скажем так, стоит перед Россией. Я думаю, что натовский контекст, Европейского Союза контекст усиливает, и контекст добрососедства. То есть ни один сосед, ни в коем случае мы не представляем, что может оказаться на стороне России, если, не дай бог, что-то будет. Наоборот, я уверен, что все наши соседи будут поддерживать Грузию, по крайней мере, на дипломатическом уровне и на политическом уровне. Поэтому нет оснований, чтобы Россия реализовала свой какой-то агрессивный план. Я говорю об этом в перспективе, имея в виду, что то, о чем сегодня говорит грузинская мечта, может в реальности сыграть против нее. Если грузинская мечта так или иначе побеждает на октябрьских выборах, то завтра может возникнуть ситуация, когда вот Путин не посмотрит на то, что Кобахидзе постоянно делает реверансы перед Россией, может просто сказать, либо вы заходите в союзное государство, либо мы повторяем 2008 год. Я говорю об этом. Вот есть такая угроза или нет, на ваш взгляд? Конечно, если мы окажемся лицом к лицу России, я этого боюсь. Я самый худший вариант этот. Один я на один. Я даже более того боюсь. Почему-то... Да, на один на один, верно. Так что я более худшего боюсь. Даже если Россия не добывается своих результатов в Украине, это не значит, что в другой комнате, на Кавказе, Россия легко в своей позиции. У России есть разные комнаты. Это Украина, но там Южный Кавказ, другое, третье, это Азия и так далее. Вот так вот, они это разные секции, можно сказать. И соответственно, я думаю, что я боюсь, что даже не добившись успехов или результатов в Украине, Россия в любом случае потребует это, потому что мы будем одни. Потом самое главное, за дня, чтобы мы не шли в сторону, это не так важно. Даже такое условие Россия может не поставить сразу. А чтобы мы не шли в Европу и в НАТО. Потому что все прекрасно знают, в России особенно и в Грузии, что грузинское население антироссийское. Четко антироссийское. В Беларуси происходят такие ужасные вещи, и белорусский народ не позволяет себе нечто антироссийское сказать. Поэтому, конечно же, Россия знает, что ставить такие условия нам, это будет очень печально. Может быть, что революция произойдет. Если Россия потребует от нас вступления в СНГ, или в ОДКБ, или другие какие-то пророссийские организации. Поэтому для России важно не вступление движения в сторону России институционально или публично, а отход от Запада. То есть, образно говоря, для них важно не российские флаги, чтобы размахивали мы здесь, а чтобы сжигали постоянно натовские и Европейского Союза флаги, чтобы мы отходили от Запада. Вся риторика не в пользу России, не пророссийские, а риторика антизападная у нас. Я думаю, что в этом направлении большая ситуация, чтобы не злить и не выводить из себя грузинский народ. Что же, господин Закаришвили, будем надеяться, что грузинский народ проявит себя мудро, не даст себя запугать, не даст себя запутать и проголосует в соответствии с собственными национальными интересами, а не с интересами своей власти или каких-то либо других центров силы. Большое вам спасибо и удачи. Тоже надеюсь. Спасибо. До свидания. Մեր հյուրները մեզ միացել էր տեսակապով Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքից, կոնֆլիկտաբան, Վրաստանի վերաինտեգրման հարցերով նախկին նախարար Պաղատա Զաքարեիշվիլին։ Մենք կշարունակենք մեր եթերը կարճ դադարից հետո։ Շենքը կանգնացրել ենք, անցնում ենք ռեմոնտին։ Դռները պետք է ընտրենք, որ հասկանանք ոնց ենք շարունակում։ Էս մեր կողքի խանութը մենակա։ Դու տենց էլ չհասկացար, դուր։ Ուրեմն իդիալ։ Ասում եմ կողքի, դուր, ուրեմն իդիալ։ Միջսենյակային դռների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերում։ Մինչև սեպտեմբերի 15-ը դռների նշված տեսականին ձեռք բերեք սկսած 29,900 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am կայքում։ Ոնց որ ասում են, բարով վայելեք։ Ոնց որ շեֆս ասում, դուր, ուրեմն իդեալ։ Իդեալ համակարգ
27 տարի դեպի կատարելություն. TikTok, Facebook, Snapchat, YouTube. Անսահմանափակ. YouTube-ը նոր Bifri 4000 փաթեթում անսահմանափակ է։ Օգտվիր անսահմանափակ YouTube եւ այլ top հավելվածներից, ինչպես նաեւ վայելիր 30 GB ինտերնետ եւ 1000 ռոպե դեպի ՀՀ բոլոր ցանցեր։ Team Telecom Armenia. Անսահմանափակ վիդեոներ, անսահմանափակ շփում։